Привет, меня зовут Данила. У меня есть вот такой вот здоровенный робот. Он управляется вот таким пультиком, похожим на компьютерную мышку. Нажать на эту кнопочку, то он пойдет одной ногой. А если нажать на эту кнопочку, то он пойдет другой ногой. А если на обе есть, то он двумя ногами пойдет. Его есть тут на плече пушка, и тут автоматик такой. Кстати, раньше он был без этого пульта, а пульт сделал папа из компьютерной мышки. А теперь, если нажать кнопочки, то он то туда пойдет, то туда пойдет. И у него есть еще свеча, светящееся сердечко. Там еще много есть. Если вот это вот так вот подвинуть, вот этот вот рычажок туда, то вот что произошло. Он может кого-нибудь пошугать.